Всем большой привет! В сегодняшнем видео хочу показать вам покупки. Покупки Victoria's Secret периодически, точнее каждые 2 месяца. Я себе обязательно что-то заказываю из Victoria's Secret. Это либо белье, спрейчики, косметички, в общем, всякое такое для нас, для девочек. Хочу вам показать сегодня покупки, которые я приобрела, и начать хочу с тапочек. Мне очень сильно нравится одежда для дома от Victoria's Secret, особенно их хлопчатобумажные коллекции, и также мне очень нравятся тапочки. У меня было уже несколько тапочек, также я их дарила своей мамочке, ей тоже они очень нравятся, и я периодически всегда что-то приобретаю. Вот была такая коллекция, если не ошибаюсь, это коллекция прошлого года. Я захотела себе купить из этой коллекции вот такие вот тапочки. Сатиновая коллекция тапочек Victoria's Secret идет вот в таких вот красивых пыльничках, в которых можно хранить и перевозить тапочки. Для меня лично это очень удобно, потому что я предпочитаю в отеле брать свои тапочки. Довольно-таки часто это делаю. Также можно использовать этот чехол для чего-нибудь другого. Была очень хорошая скидочка на эти тапочки. Обычно они стоят в районе, если не ошибаюсь, 35-40 долларов. Но на них была скидочка, было несколько таких моделечек интересных, и я решила себе их взять. Почему бы нет? На зиму, тем более в Турции, очень холодно. И в январе-феврале мне придется ходить по холодным турецким полам. Поэтому я себе взяла вот такую вот модельку. Вот так вот они выглядят. Обычно я беру на свой размер 39-40, размер M Victoria's Secret, у них есть S, M, L. В этот раз взяла L-очку, потому что именно она была на скидочке. Могу сказать, что, конечно, L-ка больше идет на такой хороший 41-й размер ножки. У меня, конечно, не 41-й размер, поэтому они мне чуть-чуть большеваты, но большие не маленькие, поэтому ничего страшного. Вот здесь такой мех. Идет искусственный. И сами тапочки просто сатиновые. Мне кажется, очень неплохо выглядит. Такая интересная расцветочка, позитивная. В общем, да. Ну, в общем, да, мне из всего предложенного очень понравились эти тапочки. Я их взяла, они такие очень качественные, люблю. Именно Victoria's Secret тапки за их хорошее качество. По белью я взяла замечательную модельку лифа. Вот такой вот лиф. Мне он очень понравился, во-первых, своей позитивной такой расцветкой, во-вторых, он абсолютно без поролона идет, да, то есть чашечка такая гладенькая абсолютно, очень красивый лиф в том плане, что у него есть здесь вот такая красивая лейбла со стразиками, и он очень комфортный на большую грудь, у меня 5-й размер груди, поэтому довольно-таки сложно в Victoria's Secret что-то подобрать. Плюс это новая коллекция, и в ней вот такие вот такие застежки, они как бы практически не видны, то есть это абсолютно такая очень комфортная модель, смотрите, какие здесь штучки здесь, да, то есть вот ничего не прошито, то есть она просто вот таким вот идет вот такой одной сплошной тканью. Я ношу размер Victoria's Secret 38DD, но он не всегда бывает, конкретно эту моделечку, вот здесь еще осталась такая штучка, этикеточка. Конкретно эту модельку я брала в размере 36DD. Вот DD это больше чашка, чем обычная D. Вот. Мне очень нравится, как шьются именно вот эти вот лифчики, такие, можно сказать, практически бесшовные. Мне очень нравится это белье, я просто в восторге, честно говоря, от этих лифчиков. Я уже говорила, что для меня белье Victoria's Secret просто number one. Вот. Заказывала эту модельку, мне она очень-очень понравилась. Вот. Так что советую вам, рекомендую попробовать белье Victoria's Secret, если вы вдруг еще никогда не брали. Я думаю, что вы все уже видели вот эту косметичку у меня. Эту косметичку я изначально покупала как косметичку для дома, но, если честно, она для дома не очень подходит, она больше как дорожная. Это одна из самых таких больших косметичек Victoria's Secret. Там идет внутри 2 отделения, и она больше все-таки подходит для того, чтобы ее надеть на чемодан и вот так вот, в общем-то, поехать с ней в поездку. Мне нужна была косметичка для дома, потому что у меня
очень много косметики, и мне хотелось на моем туалетном столике все-таки иметь такую большую огромную косметичку, в которую можно положить абсолютно все продукты, которыми я пользуюсь, так скажем, в течение недели. То есть у меня есть столик с косметикой, которая в принципе у меня есть, да, с лампочками, и также крашусь я напротив окна, то есть мне нужно еще, так скажем, напротив окна тоже какая-то косметика. Больше года я гонялась за вот этой косметичкой, даже если быть точнее, почти 2 года. Это была коллекция, по-моему, 2-летней давности, 2,5 года назад они выпустили вот такую вот летнюю коллекцию. Чем она отличается от обычной стационарной коллекции? То есть помимо полоски здесь были еще вот такие вот цветы. Я не успела купить эту коллекцию, конкретно эту косметичку, когда она была в продаже в Стамбуле, и потом я ее, к сожалению, больше нигде не смогла ни заказать, ни купить. Я уже разочаровалась и очень расстроилась, и вот вдруг, спустя 2,5 года, я абсолютно случайно ее нахожу в продаже. Вы не представляете, насколько сильно я ее хотела. Стоила она в районе, по-моему, 40 долларов. Нет, не вру, не 40, 35 долларов. И она настолько вместительная, что туда вмещается абсолютно вот практически вся моя косметика. Мне очень нравятся такие косметички, потому что реально в них можно сложить практически все. И вот так вот аккуратненько они будут стоять у вас на туалетном столике. Короче, я уже не верю своему счастью. Просто вы не представляете, насколько мне не нравятся и бесят другие коллекции, которые сейчас выходят. Вот такие косметички, они сейчас выходят в черном цвете, просто в полоске. А я очень хотела либо вот чисто такой какой-то вариант, просто в полосочку, либо в полосочку с цветочками. Сейчас немножко Victoria's Secret сделали апгрейд, и у них уже нет косметичек с вот такой вот полоской. У них уже там какие-то прозрачные, матерчатые. А вот именно, чтобы была вот такая кожа в полоску, у них уже такого нет. Поэтому я, честно говоря, очень рада, что она мне досталась, что я ее нашла. Люблю и обожаю ее, она очень-очень красивая для меня. И взяла еще один Pure Seduction. У меня сейчас вот такой вот Pure Seduction. Он называется La Creme. Очень-очень приятный, прям такой. Я его просто обожаю. Pure Seduction есть в постоянной коллекции. Плюс каждые полгода он выходит в каких-то новых коллекциях. Например, вот это была La Creme. И она мне очень сильно понравилась. Я ее повторяла несколько раз. Здесь Гордения, Яблоко. И вот эта новая коллекция, которая была, по-моему, то ли полгода назад выходила. Она мне тоже очень понравилась. И у меня был такой спрей. Я решила его повторить, потому что его больше не будет. Так что если где-то увидите, то разбирайтесь. Сейчас уже новая коллекция вышла, поэтому вот это этого повтора уже не будет. Это Pure Seduction Decadent. Он более ярче, более насыщеннее, более слаже, чем обычный Pure Seduction и чем вот этот La Creme. И он мне очень нравится, потому что, кстати, здесь еще это ягоды, слива, и он такой прям, ну, честно, он очень насыщенный, он такой вкусненький, он такой сладенький. В общем, я люблю, вы знаете, Love Spell, люблю Pure Seduction, это мои самые-самые любимые спреи Victoria's Secret. И я очень люблю вот эти все лимитки, которые выходят, мне очень нравятся. Так что берите, если еще где-то найдете Decadent, обязательно возьмите. Я брала, по-моему, за то ли, короче, в районе там 20 долларов, что-то такое. Очень мне нравится этот спрей, ну, просто обожаю. Такая вкусная, вкусная сладость, прям, прям конфетка просто. Вот я люблю пахнуть конфетками, не знаю, как вы, но и днем, и вечером, и ночью я люблю пахнуть конфетками. Поэтому эти спреи, они для меня просто one love. Я очень сильно их люблю. В Victoria's Secret, в принципе, все очень вкусные спреи, они мало чем отличаются друг от друга. Просто есть, например, свежие ароматы, такие как, например, Aqua Kiss. Есть более чуть цветочные ароматы. Есть вот такие ягодные, как Love Spell, как Pure Seduction, да. То есть, ну, в принципе, они абсолютно все вкусные. И практически какой бы вы ни купили, он вам обязательно подойдет. Поэтому я, в принципе, очень часто беру и вслепую вот эти все спрейчики. Мне нравится, мне все подходит. Еще ни разу не было в жизни такого, чтобы я купила вслепую какой-то аромат, заказала, да, и он мне как-то не понравился или не подошел. Вот, очень-очень мне нравится. Люблю. Так что вот такие вот были покупочки. Поделилась с вами. Надеюсь, вам было полезно, и вы тоже что-то для себя присмотрите и обязательно закажете. Пока!